Красноярское «Платинум Арене» уже вовсю идет. Пятый матч полуфинальной серии Кубка Петрова. На льду в очередной раз встретились наш хоккейный клуб «Сокол» и действующий чемпион команды из Тюмени «Рубин». Билеты на матч раскупили за пару дней. Сегодня возле арены даже возникали заторы. Так много болельщиков приехали поддержать крылатых. Ажиотаж вызвало и то, что красноярская команда впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Петрова и сейчас борется за попадание в финал. Счет в серии между «Сокол» и «Рубином» 3-1. Если красноярская команда сегодня победит, то окажется в финале Кубка. На трибунах исторического матча находится и наш коллега Дмитрий Шкозин. Он на прямой связи со студией. Дима, ну какой сейчас счет и как сильно красноярцы болеют за родную команду? Оля, 7000-ные трибуны «Платинум Арены» заполнены до максимума. Если оглянуться и посмотреть, как поддерживают нашу команду сейчас болельщики, то становится ясно, что здесь на трибунах болельщиков «Сокола» 99%. К данному моменту счет на табло 2-1. Буквально на первых секундах счет открыли красноярские пернатые. После этого наступило небольшое затишье, и «Рубин» отыгрался. С началом второго периода мы вновь вырвались вперед. Как это часто бывает, с чередой успеха команде тянутся новые фанаты. Но плохого в этом ничего нет. И чем сильнее красноярцы, да и весь город будут поддерживать родную команду, тем лучше. Ведь соперник «Рубин» – действующий чемпион Всероссийской хоккейной лиги. Сейчас счет серии с «Рубином» 3-1, поэтому всего одна победа отделяет «Сокол» от финала. И кто знает, может уже скоро здесь, на «Платинум Арене», где мы сейчас находимся, мы увидим уже победу «Сокола» во всей лиге. Если вы сейчас зарядились этой энергией матча, энергией нашей команды, то смотреть трансляцию этой игры можно в группе ВКонтакте Всероссийской хоккейной лиги. Заходите, смотрите и болейте за наш «Сокол», а мы останемся здесь следить за ходом матча из «Платинум Арены». Оля, у меня на этом все.